Ну а в Ярославле идет война с преступным миром. На этот раз действие происходит на съемочной площадке остросюжетного сериала «Остров обреченных». Реальными декорациями стало здание Перекопского технического комбината. Сериал выйдет в эфир в следующем году на одном из федеральных каналов. В главных ролях Константин Соколов, Дмитрий Пчела и Олег Тактаров. По признанию актеров сериала, Ярославль – город, который вдохновляет и располагает к творчеству. Вот назвали нас обреченными. То есть мы, в принципе, обречены на успех, потому что ну, такого проекта не писалось у нас. Если недавно, наверное, все-таки никогда не писался он. Сценарий был написан человеком, который не киношный мажорик, не который там вхож и уже знает, что его проект купят. Этот человек жил в Владимирской области, жил все спокойно, писал лучшие книги. И вдруг в один прекрасный момент познакомились, и вот сейчас он, собственно, этот сценарий-то и как бы предоставил.